На церемонии вступления в должность Алексея Шишкина поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что от эффективного решения экономических споров во многом зависит состояние финансового климата региона. Инвесторы просто будут верить тому, что здесь для них созданы не только благоприятные условия, но и в случае коллизии или спора их могут защитить, в первую очередь, в судебном порядке. Это принципиально важно для любого инвестора. Бизнес ждет от власти, не разделяя на исполнительную, судебную, законодательную, объективных и правильных решений. Сегодня задача власти – эти решения им дать. И самая главная, основная задача – это не заводить ту ситуацию, которая подлежит или является предметом рассмотрения в суде, в еще больший тупик. Судейский корпус и дальше будет взаимодействовать с федеральными округами, со всеми федеральными органами исполнительной и законодательной власти округов и регионов. И дальше будем совместно работать. Алексей Шишкин для судебной системы региона человек не новый. 5 лет он возглавлял управление судебного департамента в Краснодарском крае.